Всем привет, с вами Информ-ТВ. Ушла из жизни знаменитая актриса Лиана Жвания. Трагическую новость сообщили в театре, где работала артистка. Цитата. 25 марта после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Лиана Жвания. В мае этого года актрисе исполнилось бы 72 года. Петербургский ТЮЗ стал для Жвании по-настоящему родным. Там она работала с 1972 года и сыграла полсотни ролей. Но артистку также помнят и любят зрители по ролям в картинах «12 месяцев». Там она сыграла королеву. Также по фильмам «Наш цирк», «Конек-горбунок», «Борис Годунов» и многим другим. Также актриса появлялась и в сериалах «Убойная сила 3», «Улицы разбитых фонарей», «Опера хроники убойного отдела». Дата и место прощания с Лианой Дмитриевной будут объявлены позже. Мы приносим соболезнования родным и близким актрисы.